Сколько мертвых! Не могу поверить, что все это дело рук Артаса. Джайна! Джайна Праудмур! Джайна! Лорд Утор? А, Джайна, я знал, что найду тебя здесь. Девочка моя, куда он отправился? Куда он увел наш флот? Он приходил ко мне перед отплытием. Я умоляла его остаться. Говорила, что это может оказаться ловушкой. Куда он ушел? В Нортранд. Он отправился в Нортранд, чтобы сразиться с Малганусом. Черт бы побрал этого мальчишку! Я должен рассказать обо всем королю. Не вини себя, девочка. Ты не могла ничего изменить. Тела преданы земле. Их души нашли упокоение. Но не стоит обманывать себя. На севере твоего юного принца ждет только смерть. Ты... Артас делает то, что считает единственно правильным. Быть может, это и похвально, но желание спасти мир приведет его к гибели. Теперь все зависит от тебя, молодая колдунья. Ты должна возглавить людей и вести их на запад, в древние земли Калимдора. Только там ты сможешь сразиться со злом и спасти этот мир от вечной тьмы. Что свет покинул эту землю. Здесь почти не видно солнца. Ледяной ветер пробивает до костей, а вы даже не дрожите. Милорд, с вами все в порядке? Все войска высадились, капитан. Почти. Только несколько кораблей... Очень хорошо. Наша основная задача — разбить лагерь и организовать оборону. Мы должны быть готовы ко всему. Свет дает мне силу. Отличный план. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу! Поздно просить пощады! Отличный план. Не нужно кланяться. Разумеется. Я служу свету. Некуда класть. Не нужно кланяться. Во имя правосудия. Отличный план. Конечно. Они получат по заслугам. Жалкий глупец. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. За моего отца. Ледяные тролли. Я так и знал, что мы встретим их в этой снежной пустыне. За моего отца! Конечно. За моего отца! Жалкий глупец! Разумеется. Свет дает мне силу.
где враг? Я служу свету. Конечно, не нужно кланяться. Поздно просить пощады. Жалкий глупец. За моего отца! Некуда класть. Отличный план. За честь и отвагу! Свет дает мне силу. А, золотой рудник. Здесь мы и разобьем наш лагерь. Враг атакует! В укрытие! Во имя света! Так вы не ожившие мертвецы? Вы все живые? Мурадин? Мурадин Золотобородый? Уж не ты ли это? Проклятье, парень! Я и подумать не мог, что именно ты придешь спасти нас. Спасти? Мурадин, я даже не знал, что ты здесь. Все равно, мой мальчик, мне понадобится твоя помощь. Мы разделились, когда отряд угодил в засаду. Один я не справлюсь. Можешь рассчитывать на меня, Мурадин. Вперед! Готов. Да, господин. Угу. Хорошо. Я готов. Хорошо. Я готов. Не нужно кланяться. Поздно просить пощады. Теперь я действительно зол. Я готов. Да? Ну, я пошел. Я готов. Чего? Угу. Да. Хорошо. Свет дает мне силу. Отличный план. Я готов. Чего? Я готов. Я пошел. Хорошо. Хорошо. Опять работа? Ну, я пошел. Я готов. Чего? Готов. Хорошо. Готово. Да. Я готов. Здесь нельзя строить. Опять работа?
Да, господин. Готово. Готово. Ну, я пошел. Я служу свету. Готово. Разумеется. Обычно люди соображают быстрее. Готово. Так и будет. Исследование завершено. Опять работа? Хорошо. Ну, я пошел. Готово. Да. Хорошо. Хорошо. Готово. Не нужно кланяться. За моего отца! Жалкий глупец. Постройка завершена. За моего отца! Постройка завершена. Постройка завершена. Чего? Хорошо. Постройка завершена. Готово. Исследование завершено. Я готов. Да. Не хватает золота. Постройка завершена. Я готов. Исследование завершено. Не хватает золота. Исследование завершено. Свет дает мне силу. За честь и отвагу! Готово. Конечно. Где враг? Поздно просить пощады. Готово. Исследование завершено. Наш город осаждают враги. На нас напали. Тут твоего приказа. Время молота. Заказ, мадам. Так и будет.
поступай. Опять работать. Ну, я пошел. Исследование завершено. Не нужно кланяться. Наш город осаждают враги. Чем бы заняться? Я служу свету. За моего отца! Теперь я действительно зол. За честь и отвагу! Отличный план. Конечно. Чего? Угу. Да. Хорошо. Постройка завершена. Постройка завершена. Хорошо. Во имя правосудия. Разумеется. За честь и отвагу! На нас напали. Разумеется. Вперед! Гномам нужна помощь! Честь и отвагу! Конечно. Готово. Я готов. Да, господин. Да. Ну, я пошел. Я готов. Да, господин. Постройка завершена. Прикажете открыть огонь? Готово. Я готов. Не хватает золота. Опять работа? Я готов. Хорошо. Я служу свету. Я готов. Разумеется. К бою готов? Да, господин. Ну, я пошел. Да. Хорошо. Да, господин. Готово. К бою готов? Не хватает золота.
Укажите цель! Давай, пошевеливайся! Ух! Как скажете. Где враг? Разрешите взлет? Исследование завершено. Жду приказаний. Во имя правосудия. За честь и отвагу! Разумеется. Поздно просить пощады. Жду приказаний. Приказывайте. Истинно так. Исследование завершено. Где враг? Отличный план. Прикажете открыть огонь? Хорошо смеется тот, у кого большая пушка. Здравия желаю! Во имя правосудия. Разумеется. Иду на таран. Не нужно кланяться. За честь и отвагу! На нас напали! Свет дает мне силу. Конечно. Отличный план. Я служу свету. За честь и отвагу! Хватает золота. Борт на свет. Где враг? Отличный план. К бою готов? Разумеется. Наш город осаждают враги. Слушаю. Похоже, Малганус прячется где-то здесь. Сравняйте этот лагерь с землей. Разрешите взлет? Иду на таран. Исследование завершено. Наш город осаждают во враги. Во имя правосудия. За честь и отвагу. Конечно. Жалкий глупец. Чего? На да. нас напали. Чего? Где враг? Я готов. Да. Жду приказаний. Ну,
я пошел. Я готов. Хорошо. Да, господин. Хорошо. Я готов. Что прикажете? Так точно. Готово. Я готов. Жду приказаний. Какие новости? Обычно люди... Я служу свету. Ну что ж, приказывайте. К свету готов. Готово. Вот так-то лучше. Так и будет. Время молота. Вот так-то лучше. Готово. Так и будет. Иду. Жду приказаний. Время молота. Так и будет. Вот так-то лучше. Время молота. Вот так-то лучше. Готово. Не хватает золота. Ваша честь. Жду приказаний. Приказывайте. Да будет так. Да, сэр. Опять работа. Во имя правосудия. Слушаю. Исследование завершено. Постройка завершена. Будет исполнено. Постройка завершена. Да, сэр. Какие новости? Постройка завершена. Да, сэр. Постройка завершена. Проклятые твари! Проклятые твари! Не нужно кланяться. За честь и отвагу! Исследование завершено. Наш город осаждают враги. Жду приказаний. Ну что ж, приказывайте. Выходим. Давай, пошевеливайся. Ух. Наш город осаждают враги. Я иду. Я тоже. Да.
Ваша светлость! Во имя правосудия! Наш город осаждают враги! Чем бы заняться? Так и будет. Иду. К бою готов? Ваша честь! Бою готов? Да, сэр. Да, милорд. Я сделаю это. Жду твоего приказа. Да, ваш броди. Есть! Будет исполнено. Ваша светлость! Борт на связи. Как скажете. На нас напали. Иду на стрелу. Не нужно кланяться. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу! Приказывайте. Во имя правосудия. Разумеется. Свет дает мне сил. Отличный план. Во имя правосудия. Разумеется. Теперь я действительно пал. Здравия желаю. Давай, пошевеливайся! Свет дает мне силу. Скажите цель! Где враг? Ну что же, приказывайте. Куда стрелять? Хорошо. Прикажете открыть огонь? Хороший ход. Истинно так. На нас напали. Ваша светлость. Да, ваш сядь. Есть. Здравия желаю. Не нужно кланяться. Конечно. Разумеется. Поздно просить пощады. На нас напали.
Теперь я действительно зол. За моего отца! Жалкий глупец! Укажите цель! Эй, ты! Лови! Во имя правосудия. Поздно просить пощады. Послушай, Мурадин, а что ты вообще здесь делаешь? Знаешь, парень, где-то здесь среди снега и льдов скрыты древние врата. Говорят, они ведут в тайное место, где хранится рунный клинок Фростборн. Мы пришли сюда, чтобы найти этот клинок. Но чем ближе мы подходили к вратам, тем больше врагов вставало у нас на пути. Принц Артас, мы не нашли следов Малгануса. Неважно. Он не может прятаться вечно. Капитан, я хочу, чтобы здесь был разбит наш лагерь. Слушаюсь, милорд.